Всем привет! Сегодня у нас будет тест вот такого вот Анубиса. Собрал его с огненной защитой для пачки с огненка, чтобы был плюс, на нем будет стоять руны лезвия, ракушки, которые дают, ну, конечно, шанс маленький, 9% отражает 100% урона, а сама огненка отражает 45% входящего по вам урона. Чем это хорошо? То есть фактически по вашему герою режется 45% от урона и возвращается обратно вашего противника. Анубис 12 скиллом, то есть заряжен на максималку. Также у нас максимально на нем будет Рудольф. Артефактом будет стоять кубок жизни. Победный выпад, который тоже дополнительно дает 15% от режалки. В созвездиях он прокачан на уклонение плюс крит удар. Ну, стандартно для всей линейки. Ну, побежали в рейдах, начнем тест. Так, смотрим. Смотрите на вертолетики. Тут уже, конечно, Фрейя зарядилась. Хранитель. Тут Фрейя, хранитель. Все равно живучий, сволочь. Живет неплохо. Даже Фрейя насколько проседает. Блин, да, столько жить под Фрейей. Охренеть. Неплохо, неплохо. Фрейя наполовину уже просела. Офигеть. Сколько обратки идет ей. Круто. Интересный, интересный. Так, тут у нас тоже Фрейя. Стрелок не дает ему зарядиться. Интересный бой, конечно. Нормально так вертолетики проседают. Все, Фрейя сейчас включится. А ему все пофиг. Как и с каменкой, неплохо. Очень даже неплохо. Плюс отражалка, смотрите на стрелка. Стрелок уже себя почти слил. Это жесть. Вертолетики по 8, по 10 тысяч урона получают. Они сами себя убивают за два залпа. Интересно, интересно. Минута 40 выдержал. Давайте еще посмотрим. Кто там Ронин? А, нет, это вертолетики. 8-8. Против стрелка вообще на изи. Они себя быстрее убивают.
Плюс ракушка на нем стоит. Интересное, кстати, сочетание. Рудольф, конечно, тоже топовый питомец. Понятно, почему он донатный. Смотрите, мы 1,5 минуты просто от стрелка, просто герой стоит, ничего не может сделать. Так, там череп уже нас бьет, ну сейчас нас быстрее сольет. Просто не может зарядиться. Но опять же, минута 40, он свободно выстоял. И можно хорошо танковать. Так. Есть. Ну что, давайте в подземочках затестим. 2-1. Ну, обратку получают. Конечно, он их снесет быстрее со скилла, чем с обратки. Но интересно сейчас, когда он до разрухи добежит. Вот смотрим на разруху. Разруха слил раз. Ну, по 52 тысячи разруха получает обратку. 100 тысяч. Хорош. Я думаю, разруха все равно победит. Сделаем вот так вот. Все, он выиграл, короче. Никто ничего не видел. Так. Давайте еще в одной подземочке протестим. Жестокой. Тут где у нас мессы стоят. Урона, конечно, у него меньше, чем у всех остальных, но отражалка на PvP режимах очень круто смотрится. Думаю, они просто не доживут, пока он до них доберется. Нормальный такой урон. Ну, он массовик. Тут ничего не поделаешь. Сейчас мы попробуем по-другому пройти. Вдвоем они, конечно, затащат. Рановато я его пустил, походу. Этот тандемчик просто их сейчас поимеет. О, нормально, нормально, нормально. Сливайте первого. Ну, слейте его. Ну,
Ну, еще чуть-чуть. Месса, я вас верю. Твоя мать. Жесть просто. Просто жестяк. Ну-ка. О, это уже поинтереснее. Пусть он себе идет дальше, шагает, и мы посмотрим, что тут у нас получится. Они как-то маловато получают возвратки. А, прилез опять сюда. Ну, в общем, сама суть, что здесь ему реально пофиг все. Делаем тест. Малыш Ник слил сразу. Если с каменкой сравнивать, то, конечно, все равно ложится не сразу. Ронин даже там себе возвратки нормально получает. Половину жизни себе Ронин снес. Неплохо. Ну, тоже, в принципе, интересно очень. Так, ну давайте в экспедиции на арене еще тестанем. Думаю, где его применять, вы и так знаете. Мы чисто так уже тестим. Имба или не имба с тем или иным талантом. Так, Мякота. Давай мы тебя сейчас проверим. Мякота ты или не Мякота. Так, немножко не туда. Смотрим возвраточку. Понятно все. Сейчас нас Аресик хлопнет. Питомец нас не спасет, и мы сольемся. А ни хрена, не слились. Смотрите, как... Тоже живучий. Очень даже живучий. Хорош. Просто хорош. Урон держит достойно. Полминуты против такой пачки. Неплохой, неплохой. Что он нам скажет на экспедиции? У череп его тут, думаю, осилит. Хрон получает возвратку неплохую, тоже смотрю. Смотрите, как Хрон себя подслил. Хорош. Интересно тоже. Тоже интересно. Ну, в принципе, все остальные там локации... Он тоже будет интересный в пачке, тем более, если будет ворожай, который будет вовремя снимать того же самого Ареса и подхиливать его, думаю, неплохо будет. Блин, ну не знаю, тоже классный, как и каменка, этот еще более универсальный, можно его в пачках разных пробовать. И дефный вариант, соответственно, это ржалка и оживает. Не знаю, неплохой, неплохой. Все, пишите комменты, как вам такая сборочка.
Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, какого вам еще Ануба потестить. В принципе, я думаю, мы уже всех перетестили, каких можно, с интересными талантами. Все, всем пока.